Комары сосали кровь еще в далекие времена, когда жили динозавры, и кажется, что ничто не способно остановить этих камикадзе. Но чтобы нам было не так обидно отдавать свою кровь неизвестно за что, давайте разберемся, зачем они это делают и почему предпочитают кусать одних людей больше, чем других. Хотя нам не очень нравится осознавать, что теплыми летними вечерами нас едят заживо, но большие неуклюжие человеческие существа – прекрасный источник теплой крови. И кусают нас не комары, а комарихи, то есть самки комаров. Им наша кровь нужна для того, чтобы зачать и вывести потомство. Вообще-то самки и самцы комаров могут пить воду и нектар цветов и жить без питания кровью, но без крови они практически не способны к размножению. Кровь, в отличие от нектара, еда, богатая белками, и переваривая нашу кровь, самки изготавливают из нее свои яйца и откладывают их в воду. Именно поэтому комариные тусовки всегда находятся возле водоемов. Но почему они кусают одних людей больше, чем других? Существует несколько критериев поиска жертвы. Инфракрасное излучение, исходящее от тела, концентрация углекислого газа из легких и выделяемый запах пота и феромонов. То есть, если вы, к примеру, поиграли в футбол, то ваше тело выделяет больше тепла, пота и учащается дыхание. И таким образом вы становитесь приоритетной целью на комарином радаре. Выследив жертву, комар протыкает верхний слой кожи своим тонким и острым хоботком, выделяет в кожу слюну, препятствующую свертыванию крови, и делает свое кровавое дело. Он нащупывает мелкие вены и капилляры в поисках крови, а процесс насыщения продолжается меньше минуты. В конце комариного обеда его желудок невообразимо раздувает, и если понаблюдать за обедающей на вашей руке самкой, то к концу обеда кровь просвечивает через стенку комариного живота. В месте укуса под воздействием слюны возникает воспаление, небольшая опухоль и зуд, которые нас так раздражают и не дают спать. Чтобы уменьшить комариную чесотку, необходимо намазать место укуса кефиром или сметаной. Несмотря на то, что понадобится более миллиона комаров, чтобы спить из человека всю кровь, каждый год они убивают больше людей, чем любое другое животное в мире. Все потому, что комары могут быть переносчиками различных заболеваний, особенно в африканских странах. Наши же стандартные русские комары практически безобидны, а учитывая то, что они являются источником питания для многих птиц, то может стоит задуматься перед тем, как прихлопнуть комара на своей ноге, так как если вы убиваете комара, то где-то в мире плачет от голода одна ласточка. Но если вы беспощадный убийца и желаете истреблять всех комаров на своем пути, то вам не помешает специальная лазерная пушка, способная сбивать в полете до 100 комаров в секунду. Устройство оснащено видеокамерой, которая обнаруживает комаров, и процессором, который убеждается, что в поле зрения именно комар. Наводит на комара лазер и включает луч, который поджаривает крылья комара и его самого.